Вот такие вот охренительные движения я и не дорисовывал, это она сама. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И еще недавно мы играли в игру, где нужно было что-то стереть, в общем-то, в мобильной игре Friday Night Funkin'. А сейчас, ребята, у нас другая задача. Я нашел игру, где нужно дорисовывать. Пожалуйста, поставьте лайк за это дело, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, включайте все уведомления. Давайте нарисуем Girlfriend рожу, чтобы она улыбалась, а то она не улыбается, а когда Girlfriend не улыбается, то ж плохо, да? О, нифига. Вот такие вот охранительные движения я и не дорисовывал, это она сама. Так, ну, что тут можно дорисовать, бойфренд? Ну, вот, по-моему, совершенно очевидно, да, что как-то вот так вот и... О, господи, этого тоже прет. Этого тоже прет, этого тоже плющит. У нас сразу реклама, мы не обращаем внимания, идем дальше. Ну, надо под жопой колонку нарисовать. Прот уже очевидно совершенно. И поехали! Туториал. Первый уровень у нас туториал. Я так понимаю, что мы будем идти по неделям. То есть первая неделя туториал, потом батя, потом спукизы, потом пико, потом матя, потом, в общем-то, все остальные. Кто там еще? Рейтас. Так, давай, поехали. Батя, конечно же, батя. Рисую вот такую рожу. Я практически прям четко, как Ван Гог, прям отхреначил. FNF Music Battle Игин. Original Mod. Господи, это слово так тут переносится. Замечательно. Так. А, понятно. Не, ну а что, тебе плохо, что ли? Тебе вообще зачем глаз? Тебе главное, чтобы рот работал. В смысле, чтобы ты пел, бойфренд. А ты о чем подумал? Дурак, что ли? Конечно же, я это имел в виду. Хотя я не знаю, что тут может быть. Давайте попробуем угадать. А. Класс. Ну окей. Так что, просто человека дорисовать под дискошар? Или что? Подождите, подождите. А вот это вот первый раз, когда я реально не знаю, чего от меня хочет игра. Давайте я попробую дорисовать человека. Вот хоп, 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 который танцует. Человека, который танцует. Вот так пробуем дорисовать. Вот так, хоп, хоп, хоп. Нет? Нет? Так, подождите, а вот это интересно. Это первый раз, когда я реально застрял. Когда я чувствую, что я реально застрял. Может, конечно... А, господи! Я-то думал, мне надо додумать, кто там пляшет под этим говном, а мне всего-то надо было привязать. Окей. По-письку ау. По-письку ау, да, все прекрасно. Но это, кстати, только 3 уровня из 5 маленьких подуровней. А там же... Тихо, тихо. Что это такое? А можно это дело? Спасибо. Закрыть. Нафиг, да. Евани. Евани по полной, как говорится, да? В общем, поехали дальше. Так, это у нас, значит, свечка на колонке. Как понять? Почему на колонке свечка? А, чтобы... Ясно. Girlfriend мы, значит, под жопу держим прямо при бате живом, да? Прям залапываем его дочурку. Он, видите, какой недовольный. Батя очень недовольный. Ну, а там нам нужна свечка. Нужно, чтобы что-то дрыгалось на колонке, иначе неинтересно. Пусть это будет свечка, да? Здорово, Скит. Здорово. Какого хрена ты там забыл, объясни мне. Скит, по-моему, ребята, следит за нами. Вы знаете, когда за вами следит Скит, вот с такой рожей, это немного страшно, на самом деле. Это, кстати, все еще реклама, я так понимаю, да? Это все еще ни хрена не то, что нам нужно. Next, поехали. О! Ну что, вторую руку, наверное, да? Ну, логично. Здорово! Наконец-то я могу нормально передернуть. Ладно. Так, в общем-то, теперь... Ага. Теперь вот так запрыгиваем на голову своему корешу, потому что все друзья так делают. Не понял? Не понял. Подождите, подождите. Ну что мне тут нарисовать? Скиды и пампа? Вот так вот они один на одном и к микрофону приблизились, или что? А вот тут интересно. А вот тут интересно, подождите. Я не знаю, чего от меня хочет игра вот в этом этапе. Это, возможно, мне придется брать подсказку, а мне, конечно, не хуй. Ну, girlfriend должна сидеть вот здесь, это 100%. Или бойфренд должен стоять вот здесь, я не знаю. Или что-то должно... А-а-а, господи! Я рисовал это говно, старался ради того, чтобы оно все равно упало в конечном итоге. Блин, как обидно. Блин, как обидно. Это неомод? По-моему, это неомод. Да, смотрите, Android, он предлагает тоже много всяких развлечений в плане Friday Night Funkin'. Ну, это естественно, игра-то популярная, поэтому как же и на Android не попасть? Ну, тут очевидно совершенно, что второй рок, как говорится, приделываем. И все, приделываем второй рок и больше не пускаем ее на порог, понимаете? Потому что это капец. Все, все декорации заготовлены, спукизы заготовлены, гёрлфренды, бойфренды заготовлены, и все хреначат музяку.
погодите, это у нас какая неделя? Привидение? Ну сейчас третья неделя же должна быть. Это Пико, нет? Но, видимо, нет, сейчас что-то другое, смотрите. У нас привидение. У нас хэллоуиновские тыквы в виде чупа-чупсов. Дальше мы делаем вот этот дом. А с кем батлимся-то? С кем будет финальная сценка вот эта, батла? А, Лемон Демон же еще, точно, я и забыл про него совсем. Спуки за это одно, а Лемон Демон это совсем другое, видите? Видите, как он четко, как говорит, что там, голову дома не забыл? А он такой говорит, учительница в детстве. Я голову дома не забыл, она у меня всегда с собой, сменная, если случайно. Одну забыл, другую из портфеля достал. И нормально. Классный, когда ты Лемон Демон. Голову, даже если забыл, всегда можно взять другую. Это ж потрясающе. Вон призрак, которого мы делали вначале. Так, почему мелодия на мелодию наслаивается? Что за дурдом, у меня сейчас крыша поедет. Давайте так больше не делать, уважаемые рекламодатели. Все, поехали, next. Ну, конечно же, Пика. Конечно же, мы, в общем-то, дорисовываем тут все, что касается Пику. Обоймы там, вот это вот, пальба сплошная идет. Что надо? Вот тут что-то надо сделать. Или просто вот так. А, просто вот так дорисовал. Ну ясно. И вот видите, сразу все зажгу. А вот этого я не ожидал. Ну, значит, да. А, рэп, я думал, я Rest in Peace пишу. Так, я не то написал. Я вообще не то написал. Так, извиняюсь я. Извиняюсь, он никого не собирается убивать, он хороший. Так что, сейчас будет мега-качок-бойфренд, значит, да? Мега-качок-бойфренд сейчас будет хреначить по полной программе. И все, и всяким пиком полная жопа, да? Стоп, а где это? Качкообразная форма-то? А где качкообразная форма-то, я не понял. Что за бред? Ну да ладно. Ну да ладно, как говорится. А, в общем-то, видать так. Я просто думал, что если мне дали... А, ну это понятно. Тут надо... Стоп. Как мне это, извините, сделать? Может, я вот здесь должен дорисовать? Я вот здесь должен. Я думал, мне надо дорисовать всю Мами Мирос. Видимо, нет. Здрасте, приехали. Что? А, понял. О, какая морда. Ну, давай вот так вот тебе сделаем. Все, ты теперь крутой. Нифига, как он умеет. Здесь, наверное, голову надо дорисовать или что? Может быть, рукав? А, рукав, точно. И... Не, ну да, слушай, мамаша, без ноги как-то оно не очень весело. Я согласен, эффект теряется. Да. Мы уже когда-то слышали этот великолепный вокал, да. Практически такой же прекрасный, как мой, но чуть-чуть еще доработать. Чуть-чуть еще доработать и практически вот будет, вот практически как у меня, конечно, не будет, но все равно будет неплохо. Так, поехали. Давай next, значит, давай next. Тут у нас вот колонка. Еще вот так вот раз колонка. Нет, еще вот так раз колонка. Нет, подожди, ну а что, а хер ли тебе надо тогда, игра? Игра, хер ли тебе надо, я понять не могу. Я уже не знаю, куда что закрасить. Ну вот же. Видно же, что вот эта колонка, она чуть выдается. Подождите. А, о, все, заработал. Все, великолепно. Все сделали как надо. Все просто прекрасно. Да. И, в общем, дорисовали все везде как нужно, все везде дорисовали просто идеально, просто потрясающе. А дальше идет елочка, елочка горит. Дальше идет пятая неделя, я так понимаю. Но мы на этом пока заканчиваем, мы продолжим, если вам будет интересно. А если вам будет интересно, то продолжим. Как я уже сказал, продолжим, если интересно будет вам. Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик и включайте все уведомления. На этом завершаем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.